заседание партии «Единая Россия», заседание принимает участие руководитель партии «Единая Россия». Есть ли предложение, замечание по предлагаемой повестке? Я предлагаю утвердить ее. Вот так. Коллеги, по первому вопросу повестки нет республики Казахстан и выборов депутатов. Слово предоставляется секретарю Казанского местного отделения партии. Предварительное голосование открыло, что представляет право любому, кроме представителей парламентской партии, на седьмом виде решения проблем, над которыми предстоит работать после выборов. Сегодня у нас есть мощный пропагандистский аргумент, сформулированный в послании президента страны. Проект решения у вас на руках, прошу голосовать. Спасибо, решение принято. Проект «Волгодное слово» представляется исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии Ольга Михайловна. Исполнение национального проекта «Республика Татарстан» и поручено муниципальному. Есть предложение, если нет предложения, точнее, проект решения у вас на руках, то за данное решение прошу голосовать. Спасибо, решение принято. На 2019 год. При этом мы исходили из наиболее актуальных совместных партийных проектов, тесно связанных с программой «Моя Казань». С начала этого года в рамках реализации внимания мы уделяем социальным проектам. Под партийным контролем находится развитие отделения города Казани. В мае пройдет заключительный этап фестиваля и церемонии награждения. Комитетом физической культуры и спорта организовали конкурс рисунков на патриотическую тему «Работа по дорогам безопасности». Приняло участие около 300 детей Московского и Советского района. В итоге конкурса пройдет в начале июня ко дню защиты детей. Очень много мероприятий, конечно, постановлены ордена Суворова второй степени 146-й стрелковой дивизии. Благодаря... Да, очень хорошо мы разговаривали с СОРом, как мы проходили отбор, они показывали, рассказывали о нашей партии, что там происходит. Очень приятно было, когда к нам каждый вечер приезжали наши политические лидеры, Андрей Иванович, Турчак Андрей Анатольевич, Ольга Баталова, приезжали и с нами проводили лекцию. Каждый вечер онлайн реформы. Ну вот я отвечаю, я рекомендую, как дальше работать себя в регионах. Какие действия не делать, что не говорить, например, живые примеры, все приводят в данном регионе и подсказывают, так и говорят, что мы неправильно сделали, что мы делали правильно. Участниками стали 450 человек, 20 человек от Республики Татарстан, из политического управления партии «Единая Россия» Роман Романов, председатель Государственного совета Республики Татарстан.